Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и гости канала, с вами Елена, вы на канале «Все для женщин». Я рада вас приветствовать. Дорогие мои, сегодня я хочу предложить вам приготовить вместе со мной очень вкусный похудательный чай. Чай мы с вами этот будем готовить из очень вкусной травки. И эта травка называется петрушка. Если вам интересно, оставайтесь со мной, будем готовить вместе. Кстати, этот чай убирает подкожный жир на животе. Так что, у кого имеется такая проблема, обязательно приготовьте. Этот чай, так же как мочегонное средство, очень хорош. Этот чай очень эффективный в похудении, применении его при похудении. Так что давайте приготовим. И я, кстати, вам сейчас покажу результаты своего похудения. Какой у меня был живот месяц тому назад и какой он у меня стал сейчас. Кстати, этот чай уже применяю, пью этот чай уже 3,5 недели. Так что уже можно сказать, что результаты имеются. Хотя, конечно, я пью не только чай. Я и сижу на диете, кушаю холодные супы, салаты. Отказалась полностью, значит, я от мучного, от жирного, от соленого, от сладкого. Ну, в принципе, результат уже имеется. Желаю вам приятного просмотра. Итак, мои хорошие, для приготовления этого чудо-напитка для похудения, для сжигания подкожного жира на животе, нам с вами понадобится петрушка. Мелко рубленная свежая петрушка. Можно взять сушеную петрушку. Но сейчас у нас сезон, так что берем свежую. Я беру 5 чайных ложек петрушки. И заливаю ее 1 литром кипятка. Я налила в чайник именно 1 литр, ни больше, ни меньше. Вот так. 1 литр кипятка залили. Ставим на огонь и кипятим после закипания в течение 10 минут на медленном огне. Итак, мои хорошие, вот приготовила я такой отвар. Сейчас я его перелью через сито. Остужу. Вот такая красота у меня получилась. Смотрите. Остужу. И можно принимать. Пить такой чай мы с вами будем 3-4 раза в день. Первый прием утром за 15 минут до завтрака. Второй, значит, прием в обед. И потом еще 2 раза. Там уже будете сами распределять по времени. Перед сном надо пить его обязательно. На ночь выпили, легли спать. И вы сами в течение 2-3 недель уже будете наблюдать результаты этого чудесного напитка. Желаю вам красоты и здоровья, хорошего настроения и легкого похудения. С вами была Елена. Если вам понравился рецепт, если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь, включайте колокольчик. И не забывайте заходить в гости на мой 2-й канал «Домашняя кухня СССР». Всем спасибо. Жду ваших отзывов, комментариев и пожеланий. С вами была Елена. Удачи вам!